налево и направо тоже, да? Ну, вроде да. Улица Дзержинского. А я тут пошел. Все правильно. Да прямо он сказал, что направо. Вот не вижу, номера есть. Да, Дзержинского. Вот, все. Вот, да, вот Феликс Эдмундович, наверное, здесь вел какую-нибудь. Нет, я не знаю, но улица Дзержинского. Поэтому я так рассуждаю, что он именно здесь их партизанил. В том смысле. Но я имею в виду. Те еще времена царские вел подпольную работу активно. Хотя это вряд ли. Улиц Дзержинского было. Ну все, ну вот мы наконец-то.